Израильские полицейские добровольцы нашли в четверг тело 23-летнего студента из США, который пропал без вести на прошлой неделе. Аарон Софер учился в еврейской духовной семинарии в Нью-Джерси. Он исчез во время прогулки по лесу под Иерусалимом. Израильская полиция искала пропавшего американского студента в течение последних 6 дней. Сегодня днем тело было обнаружено в лесу под Иерусалимом. Сейчас на месте происшествия в 50 метрах от меня работают судмедэксперты. Пока что мы подтвердили, что найденное тело принадлежало пропавшему студенту. Представитель пресс-службы полиции рассказал, что Софер отправился на прогулку в лес вместе со своим приятелем, однако позже, поднимаясь на гору, они потеряли друг друга. При этом обстоятельства смерти американского студента пока не ясны. В настоящее время идет расследование того, что там произошло. Или студент упал и пропал из виду, или речь об убийстве. Эксперты и полицейские по-прежнему находятся на месте происшествия и вокруг него. Этот район перекрыт, расследование продолжается. Семья Аарона Софера вылетела в Израиль, чтобы быть в контакте с властями.